Это было лучшее, что я видел в жизни. Я сыграл всего 5 минут, и я до сих пор вижу падающие блоки во сне. Поэзия, искусство, математика — все доведено до идеальной магической синхронности. Это идеальная игра. Тетрис? 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 Что за Тетрис? Это сочетание тетра, что по-гречески 4, и теннис. Теннис? Русский изобретатель, он любит теннис. Эта игра не просто затягивает, она заседает у вас в голове. Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. Хэнк, только 10 человек в мире видели то, что вы собираетесь увидеть. Это называется геймбой. Запакуйте его тетрисом. Получишь нам права? Советский Союз владеет правами на Тетрис. Это будет непросто. Я полечу в Москву. Вы собираете в страну, которая до сих пор считает Америку врагом номер один? Без проблем. Ты уверен, что не хочешь поговорить с женой? Риск – дело благородное. А ставка будет наш дом. Ну не буквально же, слышишь? Ты когда-нибудь раньше слышала, чтобы в квартире было настолько тихо? А вот и изобретатель Тетриса. Твоя игра невероятна. Я сделаю тебя миллионером. Мистер Роджерс, вы когда-нибудь вели переговоры с советами? Мы здесь ради Тетриса. Вы все здесь только ради денег. Что он сказал? Я не говорю по-русски. Самые влиятельные люди коммунистической партии уже следят за тобой и твоей семьей. Знаете ли вы, где ваш муж сейчас? Да что за херня происходит? Мир быстро меняется, и Советский Союз не намерен сдавать свои позиции. Хочешь поиграть с большими мальчиками? Вот как оно будет. И где мои деньги? Это невероятно! Мы не защитим тебя! Иногда лучше забыть о законах. Пошел, пошел, пошел! Игра, от которой не оторваться. Это преступление. История, которую нельзя придумать. Советский Союз вот-вот рухнет. Они врут. Они все врут. Домой. А вот и кавалерия. У нас нет времени. У меня есть план. А, Алексей, Алексей! Ой, да ладно, ребята. Да вы просто повелители драмы. Неплохо.